Итак, сегодня стало известно, что еще два чиновника с 15 октября покидают правительство края. Это министр образования Александр Житких и вице-премьер Андрей Щукин. То, что именно они окажутся не у дел, прогнозировали и ранее. Больших прорывов, пишут корреспонденты краевых СМИ, Щукин на своем посту не сделал. Возможно, пост вице-премьера в ходе реорганизации правительства вообще исчезнет. На период, когда во главе Министерства образования края находился Александр Житких, пришли скандалы, связанные с оптимизацией сельских школ. И вот теперь должность министра образования вакантна.